Жила-была женщина, вся из лунного света. Она бродила по лесам, что-то искала все время, охотилась. Он все время повторял: ты совершенство, ты принята. О, мой пастырь, я нуждалась в близости с тобой, какой у меня не было раньше. Какие красивые, как у твоей матери. Молю, приди ко мне и наполни меня собой. Помолимся. Жены мои, все вы пришли ко мне сломленными этим жестоким миром. Я принял вас и пожертвовал ради вас своей жизнью. Я подарил вам дочерей, сестер и саму жизнь. Думайте о благодати. Да, пастырь. Думаешь, если твое время еще не пришло, значит, ты особенная? Готовься, дитя. Скоро наш великий пастырь будет не так добр к тебе. Поговорим, когда тебе откроется истина. As I went down in the valley to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Сэлла, что произошло? Sisters, let's go down. Я не могу об этом говорить. Ты нужна мне, Сэлла. Из всей моей паствы ты чище всех в своей вере. Приди ко мне. Смотрите в кино.